Алевтина Богачева – социальный работник. Уже второй год принимает участие в конкурсе «Ремесло Богородицы». В этом году на суд зрителей участница представила свою работу «Домик в деревне. Вышивка крестом». Мама и бабушка Алевтины Александровны тоже любили шить и вышивать. Поэтому уже с детства, еще маленькая девочка, она начала заниматься рукоделием. Дочь в школу ходила, я ни разу не покупала ей форму и фартук. Я всегда ей шила и что-то обязательно с вышивками. Эти воротнички не пришитые, вышитые были. Оно очень интересно же. Это для души, для сердца. В конкурсе приняли участие школьники и студенты, учащиеся детских художественных школ, воспитанники школ искусств и все желающие без ограничений возраста. На представленных работах православные храмы, библейские сюжеты, образы, элементы живой природы, натюрморты. В Доме культуры молодежной участникам конкурса посвятили праздничный концерт. Для умельцев выступили вокальные и танцевальные творческие коллективы. При оценке конкурсной работы жюри учитывало оригинальные замыслы, композиционное решение и качество исполнения. Вышитая бисером икона Божьей Матери Трилетствующая сразу обратила на себя внимание. Автор работы Кристина Лобова. Именно ее картина заняла первое место. Второй этап конкурса «Финал» пройдет в Краснодаре 29 ноября.